Остальное зачем так делала? Красивая, слушай, такая модная, у тебя прямо эти самые бахрома вокруг. Вот откуда моду надо снимать, видишь, как я иду. Вот ты красавица. Слушай, самая красивая обезьянка. А эти тоже же такие? Надо... Да, конечно, это мартышки. Это мартышки. У них, смотрите, причинили такие. Смотрите, как будто чёрка. Вот почему и говорят, ну ты мартышка. Да, Максим Галкин. Она его дочка. Вообще, молодец. У них преподаватели, они там не по 300 тысяч баксов, но и сколько ее платят. И она так, у нее чистая вещь. Сколько ей? 5? Да, 5. Да, Максим Галкин. Да, я будущий финансист. Да, я телевидущая тоже. А потом, значит, говорит, наше время вышло. Она говорит, ну, может быть, мы еще проведем. Ну, что такое? А бревно мне мешает. Ты, как ее зовут? А, Ева. Ева. Прыгунчик. Наблюдает за ними. Прыгай. Как блоха. Но. Маленький. А малыш у нас весь беленький. Или негри маленький совсем. А хвост-то все равно как он есть. Шонок весь белый. Мама сидит, жует. Листики едят. Листья едят. Мартышка делает. Прыгает. Ух ты, ух ты. Это кто такие? Восточные колобусы. Не смотрите, это мартышка. Восточные колобусы, говорю вам. Колобусы? Да. Мартышка Диана дальше. Просто таблички еще не поменяю. Ой, а маленький детеночек совсем маленький.